В оригинальном рецепте грузинского блюда чахохбили использовалась дичь, а именно, фазаны. Но на сегодняшний день, все чаще кулинары готовят его на основе курицы, так как она более доступная. Для приготовления этого блюда вам понадобится курица, томаты, а также достаточно много зелени. За счет трав и специй оно получается очень ароматным. Помидоры придают блюду сочность и приятную кислинку. Чтобы узнать, как приготовить чахохбили из куриных окорочков, прочтите этот рецепт. Куриные окорочка вымойте и обсушите бумажными полотенцами. Затем разрубите на небольшие куски топориком для мяса. Лук очистите и вымойте, нарежьте полукольцами. В сотейнике или кастрюльке с толстым дном разогрейте растительное масло. Выложите в него лук и пассеруйте до прозрачности. Затем выложите к луку куски курицы, перемешайте и обжаривайте ингредиенты еще 10 минут. Курочка должна приобрести золотистый оттенок. Для этого блюда вам понадобятся свежие томаты. Чтобы их можно было легко очистить от кожицы, сделайте на помидорах крестообразные надрезы и обдайте их крутым кипятком. Затем остудите и очистите. Нарежьте томаты кубиками и выложите к луку и курице. Также добавьте в посуду мелко нарубленный перец чили. Тщательно все перемешайте и тушите на медленном огне под крышкой около часа. Зелень вымойте, обсушите и мелко порубите ножом. Чеснок очистите и пропустите через пресс или натрите на терке. За 5 минут до готовности, добавьте в чахохбили зелень и чеснок, посолите, поперчите и перемешайте. Приятного аппетита!